Так, я не хочу это проходить, я не хочу это проходить. Блин! О, я дошла до колеса, я дошла до колеса! Нет, она уехала! Нет, сыр уехал! Всем привет, котята, меня зовут Лана, и мы с ребятами пришли в безумное спиральное обби. Посмотрите наверх, это как тавр, только обби, только спираль. Ой, и вот вообще вот... И безумное еще. Да. И еще безумное, да, но вроде простое. Так что сейчас будем это... проверять. О, тут, это что, это на время? Да ладно. А как? Нам можно бейдж заработать этим. Ну, сначала нам нужно просто пройти, а потом нам дадут проходить на время, поэтому давайте сразу быстро проходить, и тогда, возможно... Сразу на время. Да, потом на время тоже успеем пройти, потому что, ну, оно простое, по идее, мы должны тут успевать, в принципе, все. Какая прикольная штука, как ложечка. Я думала, это ложечка. Это ложечки, которыми... Да. Ага, да, я не услышала, но я поняла. Так, а тут можно поиграть в крестики-нолики. У меня сказали ту-ду-ду-ду. Мы все выиграли. Восторженно, да, поэтому мы, значит, выиграли. Вау, какая красивая штука, слушайте, прикольно. Цветочек какой-то. Мне нравится. Ага. И он тоже движется по спирали. Ну, наверное, как носитель. Мне нравится, как здесь нажимаются чекпоинты. Да, я думала, что это светяшка, а потом оказывается так красиво, эпично. Ой, блин, я чуть-чуть не упала из-за того, что ты закричала. Я тоже? Да я испугалась. Ну, я не из-за того, что... Ой, я вот сейчас упал. Я упала. А, да? Мы еще с Ланой ни разу не упали. Да, без смертей, без смертей. А, я второй раз упала. Крутышки получаются. Так, ага. Ну вот и здрасте. Смотрите, я повисла. Что мне делать? Черешня тебе. Повис. Отпрыгивай назад. Назад. Ага. Все нормально. Ай, блин. Блин. Ребят, рекомендую биться на светяшке. Очень красиво. Да, прикольно. Ну, как-нибудь в другой раз. Спасибо большое. Ладно, ты такого еще не видела. Ай, заставляют меня, да, заставляют. Ну, сейчас я около чекпоинта. Если будет светяшка, я просто не хочу тут далеко до них идти. Слушайте, какие красивые уровни. Где ты там, ладно, еще так долго идешь? Где ты там идешь? Ёж, это ты долго идешь, я нормально иду. Ты долго идешь, я быстро иду. Ты долго идешь. Слушайте, а тут еще все еще и радужные, такие как будто ложечки. Так, я иду убиваться на светяшке, смотрите. Давай. Давай. Это было некрасиво. Собственно. А как же без смертей? Это некрасиво, меня выкидывают, а там просто эти салют. В смысле? Ну салют. Прикольно, ничего нет. Салют. Блин. О! А вот падать еще красивее. Вот я упала, и меня пронзило прям молниями. Ого. Не знаю, прикольно. Мне так нравятся салюты, я вот прям это вспоминаю одну старенькую такую игру, и все, и прям вот аж ностальгия. И все, аж хочется на салютах умирать. Ой, я испугалась. Ну да, довольно жутко. Так, а тут надо вот так идти или не так? Я не понимаю. А, нет, нормально. Это какой-то колизей, ну, да. Похоже. Крутящийся. Ну да, там через него надо идти, получается. А, блин, да. А, тут еще, да, вот эти вот штуки. Но пока что все в порядке. Так подождите, а мы на скорость? Ну, почти. Пока мы нет. Хотим, ну, вот... мы хотим пройти. Ну, в смысле пройти. Нет? Ну, мы просто ради себя, мы тренируемся. Вау, смотрите, как красиво. А, на это можно? А, на них можно остановиться, ребята, это камни, это не светяшки. О, я тоже, кстати, испугался. Ага. Блин! Не, мне очень нравится падать просто. Да, в смысле, до свидания. Давай на светяшку, Ева, красиво, он салют посмотришь. Иду. А, серьезно? Да. Могу еще раз, потому что ждать долго. Все, теперь моя эта сырная дырочка приехала. Не знаю, что это такое. Реально, да, реально на сыр похоже. Сырники какие-то. Катаемся. Слушайте, очень классно. Ёши там, правда, куда-то ускакал далеко, но... А вы просто медленные. Ага. Все пока. Да мы ничего, мы не медленные. Это аттракцион просто медленный. Мы не медленные, мы быстрые. Простите, а как там выходить вообще из сыра? Из сыра? А надо подвинуться и выйти из сыра. Да, чуть-чуть. Я не могу, я головой бьюсь. Ну, я пробовала от первого лица, но, наверное, может быть сложно от первого лица, поэтому как тебе удобно. А, вот, все. Не знаю, просто это, падаешь. У меня не было сложности, я просто выходила из сыра, и все. Да, у меня тоже не было. Капец. О, а это вот, знаете, похоже дальше вот это на такие игрушечки, которые складываются и раскладываются. Короче, очень прикольно. Чего? Ну, это вы потом головоломки. Увидите. Ну, почти. Как скорее такие вот просто реальные игрушки. Они становятся большим шариком или маленьким. В общем, есть такое. Понятно.
есть такие, знаю, кстати, даже где-то, возможно, у меня есть. Не знаю, зачем. А, все, я теперь тоже понял. Я, кажется, собирала такую, да. Такие, а они как будто химические какие-то, для химии, не знаю. Ну, похоже, да, похоже, на химии тоже было что-то подобное. Слушайте, очень красивые здесь уровни, но я все хочу пройти теперь это на скорости, получить супер бейдж, но сначала надо просто дойти. Смотрите, куда Йоши уже? А за сколько надо пройти? Я не знаю. Йоши уже свалил. А там смерти считаются, интересно? Не знаю. Ну, главное, чтобы прошла, видимо, за определенное время. А почему мы сейчас не засекли? А зачем тебе? Мы почти засекли, мы по записи. Так, у нас прошло 6 минут. Точно. Нормально. Точно. Но даже меньше, мы, наверное, минут 5 проходим. Бочки такие смешные. А нам скажут вообще, сколько надо по времени? Ну, я думаю, да, когда мы начнем, иначе какой смысл? Логично. А я вас не вижу, а вы где вообще? Да мы чуть-чуть отстающие. Я на человечке. Я на лапках. Я на тетрисе. А, все, вижу, ура. Змейка! Ух ты! Какая? Мармеладная? Змей. Ну, по-моему, возможно. А мармеладки дальше-то есть, кстати говоря, Ульян. Ой, я на самом деле очень люблю просто мармеладных змеек, поэтому я вот обратила на это внимание, это так ребятам, лапки. Готово. А я мишек люблю мармеладных. Ага. А я червячков кислых. Да-да-да, классно, тоже вкусные. Каких кислых? Ну, змейки, червячки, подумаешь. А как это кислые? Ну, змейки обычно сладкие, а червячки кислые. Ну да, вот да. Вроде у меня сложилось такое впечатление. Ну, кислые червячки тоже зачет. Никогда не замечала. Всегда ела и червячков. А может, это были змейки? Мама! Не знаю. Да, но змейки они побольше. Червячки. Вау! Вау! Ульян, до желешек, Ева, доходите. Это супер круто. Капец. Там и червячки, и медвежата, и змейки все? Нет, нет. Там вы увидите. Блин, я схлопнулась. Опа, опа. О, что? Это все? О, вау, я взяла бейдж. Разблокировала себе, значит, ой, можно присесть. Капец. Тут есть, ребят, а я хочу небольшую хитрость. Подожди, что там? Ну, я хочу все взять, потом вниз спуститься. А так можно будет? Так нельзя, ты что? Не знаю, я думаю, нельзя. А мы сейчас узнаем. О, господи, жесть какая. Так, вы все здесь? Ульяна, ты где? Да я случайно лишний круг пробежала зачем-то. Вот, смотри, вот эти вот. Слушайте, классно. Круто. Ага. Только сразу надо прыгать. О, ого! А, сразу? Ты сразу туда и просто прыгай вперед. Вот, когда взлетаешь, видишь, все отлично. Ага, классно. Слушайте, прикольно. Ага. Вау, какой эффект, когда прыгаешь с пружинкой. Так. Вау! Я думала, ты сразу с ней уже попробовала. Нет, я просто пока что без пружинки. Слушайте, очень классно. Ой, и с красненькой тоже прикольно. Это очень прикольно. Но давайте спустимся вниз и попробуем вот прям со всем вот этим обмундированием получить, собственно, более крутую, ну, в общем, вот эту, на скорость прохождения. Я спрыгиваю. Ой! Я упала. Блин. Так, меня подкинуло. Меня подкинуло. Нет! Я тоже упала! Блин. И что теперь? Нет, нормально, мы наверху. Все хорошо. Ты уже чекпоинт, точно. Так, я пытаюсь прыгнуть в самый центр. Только, пожалуйста, не... О, отлично! Меня даже не шандарахнуло никуда. Все. Так, Йоши, ну что, у тебя Да, блин, зачем я прыгаю? Это же слишком сложно. Так. Ой-ой-ой, я начал. 3, 2, 1, тоже начинайте. О, ладно, хорошо. Ребят. Блин, у нас отобрали все. У нас все отобрали. Нет. У меня все отобрали. У меня нет. У меня нет. У меня все отобрали 11 минут. Меня тоже отобрали, капец. Да как так? Это как черепашка прям. Мне не дали время. Ой, ладно, я умерла. Ребят, блин, тут нет чекпоинт. Я прошла? Я прошла. Я плохо прыгаю. Я ничего не понимаю. Я не взяла просто этот мод, и поэтому, собственно говоря, у меня не было времени. Я ничегошеньки не поняла. Ребят, я же взяла мод, у меня время есть, но я умерла и начала просто. У меня чекпоинт тот только работает, самый последний. Да, а что делать? А как пройти? Может, выйти, зайти и обратно нормально? Ну, возможно. Я попробую, наверное, так сделать, потому что иначе я не... Не, ну вообще, мы так-то самые первые. Ну что, мы вынуждены были перезайти, потому что ничегошеньки не работает. И вот сейчас мы начнем испытание уже на время, по-настоящему. И да! 3,
два, один. И я побежала 12 минут, ровно 12 минут, на прям? То, чтобы дойти. Ну, вот так вот. Неприятно как. Так, сейчас. Блин, так медленно, капец. О, ага, да, а вот теперь работают чекпоинты. Ну, да, хотелось да, бы... Да, ура, чекпоинты есть. Да. Но давайте попробуем без смертей. И это значит, если я так сказала, значит, я сейчас скоро умру. Да я сейчас чуть не умерла. Поддерживаю, было дело. Теперь проходишь, знаете, с такой осторожностью. Прям каждый прыжок, это просто очень страшно теперь упасть. Ага, мне, кстати, непонятно, почему только один чекпоинт тут прям таким звуком очень странным. Просто это... Вы видели, так, вы видели, да? Я упала. Что-то. Минус один. Я не упала. Нет, да? я не упала. Я просто держалась очень долго и потом это отпрыгнула назад. Нормально, все хорошо, значит. Я всех вижу, вот так, если посмотреть. Слушайте, я вот даже не помню этих звездочек, когда проходила в прошлый раз. Видимо, некоторые игры нужно проходить дважды, чтобы отличненько их запомнить. Боже, смотрю на тех людей, которые стоят на чекпоинтах и думаю, что они стоят, нам же на время надо, быстрее. Почему он тормозит? О нет, меня же сейчас сыр поймает. Все, я ж не пройду дальше. Сыр. Капец. Ну сыр, это там должно повезти просто, я считаю. Ну, я как обычно, в принципе. А вот этих шариков, кстати, полушариков, я не видела. Ну они были, я видела их, они прикольные. Я еще заметила, что они классные. Опа, нормально. Слушайте, это довольно напряжно, но я уверена, что мы справимся меньше, чем за 9 минут, которые остались, потому что мы уже прошли, наверное, половину, и мы же получим бейдж сейчас за прохождение этого челленджа. Интересно, есть потом еще какой-то челлендж? Там вроде еще есть портал. Интересно, о нет. Интересно, есть кто-то быстрее нас? Хотела я спросить. Видимо, есть. Ну, мне кажется, все на сыре застопорятся очень сильно. Нет, сыр уехал. Сыр! Сыр. Вот, да, наверное, все от сыра зависит, потому Потому что кому повезет, кому нет. Ну, нам всем одинаково повезло. Вот я, например, умерла, да, и мы все вместе на сыре. Ну да. А-а-а! Я умерла на сыре, нет! Вот, вот. Один Йоши с Ульяной только живые. А, ты успела? Ничего себе, молодец. Нормально, я... Нормально, все хорошо. Сейчас я еще из этого сыра как выпрыгну. Блин, да сколько... О, я догнала! Ничего себе. А как ты догнала нас? А вот так. Вообще непонятно. Шок. Я очень была уверена в сыре, и сыр меня, короче, не подвел. А так тут, ребят. Будьте уверены в сыре, и сыр будет уверен в вас. Не знаю, зачем я это говорю. Это сырная какая-то философия уже. Да, да. Так, ну дальше у нас еще чертово колесо. А, ну оно не то чтобы сложное, оно просто долгое. А так ничего страшного. Хотел сказать сырное. Сырное колесо. Сырное колесо уже было у нас, даже три. Да. Так, мне интересно, какой у нас будет рекорд. Я вот не знаю, Йоши вроде быстрее меня идет, но начал ли Йоши в тот момент, когда начинала я? Может быть, у нас тут вот, да, немножечко... Все будет. А, нет, господи, как я испугалась, ты упала, блин, а! Нет. Капец, нет. Ты вообще. Так Ева же впереди меня, все равно. Ева впереди? А как Ева впереди? Мы же не падали. Ага, что-то я не знаю, что я тут делаю. А вот. А я из сыра выпрыгнула вовремя просто. Так мы тоже вовремя выпрыгивали из сыра. А вот, надо было раньше выпрыгивать. Не-не-не, из сыра мы все в одно время выпрыгнули. Мы дальше разошлись, по-моему. Не знаю, как-то оно так на случилось. Вот этой вот, на такой, на звезде крутящейся, там, где очень много у нее шипов. А, все, понял. Вот тут девочка с ником Гренни. Видимо, это грязь Гренни. Да. Надеюсь, она не стукнет меня, пока я буду тут идти. Так, ладно, меня обогнали. Но значит, я уже точно не буду первой по истечению нашего вот этого вот времени на забег. Но я надеюсь, что бейдж я хотя бы получу, потому что я ж не буду 6 минут оставшиеся уровни проходить. А, чисто для справки, у вас который сейчас час? В смысле, минут сколько? 6:40. Ой, Ёж меня догнал. А, у меня почему-то вот, ну, когда ты сказала 6:40, у меня было 6:42. А, ну, значит, ты позже начала просто. Чуть-чуть позже начала, да. А, все понятно. Ёша, ты уже умирал? Нет. Ого. Нет, Ёша успела и не успела на колесо. Вот так, вот так. Вот моя смерть. Вот так тут мне сказалось на потом. Ой, я дошла до колеса. Нет, она уехала! Вот так. Блин, я еще и умерла. Ну вот, ну что ж ты будешь делать? О, Ульян, привет. О, ладно, видишь, привет. Как? Мы, оказывается, очень близко. Это, знаете, как в современных соревнованиях. Одна маленькая ошибка, и ты уже не впереди. Это точно. И ты ошибся. Ура! Что? Вы уже все прошли? Я. Ну, не все.
Вот теперь, да. Ну вот, а бейдж выдали? Да, да. А мы только на жилешках с Ульяной. Ну это уже почти конец. Наверное. Ну тут еще вот эти очень коварные. Я в прошлый раз тут погибала. Честно говоря, я очень хотела с жилешек прыгнуть сразу дальше без чекпоинта. А потом подумала, что нет. Не надо такое делать. Да, ребят, бейдж! Ну мы и так разблокировали уже этот челлендж. Нам зачем-то его разблокировали еще раз. Не понимаю ничего. Но давайте возьмем... А вроде бы еще один какой-то... Чтобы пройти еще раз. Так, ну ладно, давайте вниз. И я видела там какой-то портал. Это просто два портала каких-то рандомных. Да, но я видела какой-то портал внизу. Я хочу туда. Ребят, там тоже... Смотрите продолжение. Пока вы падаете, вон, смотрите, там есть какие-то штучки. Ульяна укатилась чуть-чуть, нормально. Ульяну заборчик поддержал. Ёши, все хорошо. Так, ну что, давайте вот сюда. Так, а ну в портал? Да, мы в портал. Что? Супер, Мэтт, Чель, да, конечно. Вау. Вау! Блин, это очень мне будет мешать. А что я так схлопнулась? Нет, так нечестно. А что, так можно было? Вы что такие шустрые? Ну, видимо, можно было, но мне не очень понравилось. Да блин. О, боже мой, нет. А что? А-а-а, ребят, если вы умираете, то вас возвращает, типа... Не круто. Зато у вас есть шанс взять пружинку. А смысл? Смысл? Там не получается так. С ней не очень удобно. Там вообще там убивает вас. Я хотела перепрыгнуть, но там я слишком высоко прыгаю, и меня убивает. Ой, так хорошо схлопнулась. Так, я попробую обычным способом пройти, без каких-либо улучшений. О, нету, я сейчас умру. Ну вот. Блин! Слушайте, реально достаточно сложно. Я даже не смогла просто спрыгнуть вниз. Там между светяшками очень маленькое расстояние. Ага, ну... Не просто ж так он называется супер-безумный челлендж. Ребят, как только приходишь сюда, забирают пружинки, да. Все забрали. Шарик, да блин! Дали. Ой, все, я не хочу. Меня не так бесит вот этот супер-челлендж, как то, что нужно тут еще спрыгивать сначала с самого верха. Да, есть такое. До которого вообще вы момента дошли, ребят? Я до третьей светяшки. Я до маленьких кубиков. Я постоянно умираю на последней светяшке. Так как вообще понимать? Я прошел чуть дальше, там, где, типа, мелькают эти штучки. Платформы зажигаются синеньким. Ого! А, я их видела, но не дошла. Короче, вы как хотите, я перезахожу на сервер, чтобы не прыгать вот оттуда с чекпоинта. Меня уже достало. Ну да. Так, я не хочу это проходить. Блин! Ну, давай. Я схлопнулась. Где, ты умерла? Да. Схлопнулась. Ты хлопушка. Тут все хлопушки, когда встречают светяшку. Блин! Не знаю, как по мне, это шикарно вообще. Сделали бы такое в таверне, я бы не вылазила бы оттуда. Ева, я знаю, что за игру тебе напоминает это схлопывание. Блин, ребят, я прошел почти тот уровень. Тот уровень. Так, давайте так, еще парочка смертей и... Одна хлопушка? Так, ладно, это я прошла, хорошо, это я прошла. Но здесь вроде не так сложно вот эти вот... А, они становятся сложнее, все, вон. Че? Зачем вот эти маленькие? А вот, там совсем сложно. А, соскользнула! Блин, ладно, последняя смерть, вот сейчас. Это была первая светяшка, ладно, это не считается. Еще раз. Ребят, не одна смерть, уже было 10 смертей, но мне это не нравится. Вот сейчас я. Не, я считаю, что я. Это был маленький динозаврик какой-то. Все, я посижу тут, отдохну. Реально, слушай. Вы как хотите. У меня тут вот хорошая компания собралась. Так что, в общем, я думаю, что на этом будем заканчивать. Если вы хотите, можете еще полчасика там поиграть. Ничего страшного. Я почти дошла. Ключевое слово почти. В общем, всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и увидимся в следующих видео. Всем пока! 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 Пока!